Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием BioShock. Так, мы создали препарат Лазарева, мы его запустили, теперь Фонтейн пытается к нам ворваться, так сказать, внутрь, где мы сейчас находимся, в лаборатории, или типа того. Сейчас мы отправимся, закроем двери. Сюда уже едут подручные Райна. Запри дверь в лабораторию. У меня дерьма больше! Откуда вы тут проникаете? Да. Хорошо. Это поможет нам выиграть время. Я послал тебе небольшой пакет пневмопочтой. Там немного, но каждая частичка важна. То есть я там что-то должен был собрать? Готово! Убей паразита! Так. Что ты копаешься? Сейчас будет весело. А, нифига, я целый заряд трачу. Не смей меня трогать! Надеюсь, было весело. В моем городе! Грубый, невоспитанный чурбан! Спасибо, что пришел! Да приходится! Этот препарат. Не знаю. Смотрите-ка на него. Гадость! Как же я помогу, если ты ко мне не идешь? Тебе микробы не Лестер! Ты примерно на полпути. Не тормози. Громила Райна нянчится с тобой не станет. Да? Тогда и убегай отсюда. Дверь открой, блин! Спасибо, что пришел. Что это?
Сейчас нажму, пойду на кнопочку, подожди. Ох, манать. Да иди ты в сраку. Отлично, парень. Дыши глубже и наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы за батисферой. Следующая остановка дом Райна. Пришло время крови. Ну, погнали. На дом Райна. Пистолет. Да, это было жестко. О, грубый, невоспитанный чурбан. Надеюсь, было весело. Ну, мне теперь сюда дайте только. Тебе так не нравятся традиционные методы отделения души человека от тела. Ты же не из ЦРУ. Ты от Атласа. Вот с этим тараканом мне пока никак разделаться не удается. Но ничего. Со временем я подберу нужную отраву. Окей. Я не верю в Бога. Нет никакого невидимки на небесах. Но существует нечто, властное над всеми нами. Сочетание наших общих усилий. Великая цепь производства, объединяющая нас. Однако лишь когда мы действуем в собственных интересах, цепь тянет общество в нужном направлении. Цепь слишком сильна и непредсказуема, чтобы хоть одно правительство могло ею управлять. И если кто-то при вас станет утверждать обратное, значит он либо запустил руку к вам в карман, либо приставил пистолет ко лбу. Ну шо, отправляемся. А куда? Форт Веселый. Идет сохранение. Веселый одному парню по имени Сандер Коэн. Кто-то называет Коэна артистом, а по мне так он из восьмого отдела. Я в жизни всяких повидал головорезов, негодяев и странных типов, но Коэн им всем 100 очков форы дат. Он совершенно чокнутый психопат. Ну, я вижу там, что интересно будет, и паучихи будут. Подожди, а чё он мне так медленно передвигается? Он у меня раньше тоже так же передвигался? А ну-ка. А не, вот он идет. Значит, фиг знает. Так не думаю.
ты, я так не думаю. Может, лучше спросишь совета у кого-нибудь другого? Знаешь что, я бы на тебя не поставил. Наследник, чтобы продолжить род. Почему у меня деньги сами заканчиваются? Ладно. Неплохо. Смотрите, нажимай один раз. Он тратит две. Что ж, удачи в следующий раз. Иди в сраку. Он мои бабки забирает. Сам. Прикольная песня. Надо будет пистолет на количество пуль улучшить. Атлас Райан, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Было время, когда по радио еще можно было услышать что-то приличное. Долг артиста — услаждать слух и восхищать душу. Так что попрощайтесь с этими трепачами. Вас ждет вечер с Сандером Коэном! Найдите Сандера. О, теперь он я быстро уже прыгает. Несколько месяцев не видел тут ни единой живой души. Сейчас посмотрим, то ли ты просто случайный бродяга, то ли нечто более интересное. Сколько мне еще их фоткать? Выходи и дерись честно! Убью! Беги, но стучка! Не суди меня! Ты завидуешь, завидуешь! Зачем ты так со мной поступаешь? Я чувствую тут солодовый уксус. Я так долго ждал, пока в этом городишке появится что-нибудь аппетитное. Но пока все сплошь мужеланы и деревенщины. Впрочем, где же мое воспитание? Входите, входите, Сандер Коэн приветствует вас во Флит-Холле. Давай, открывай. Или куда мне идти? Так, а есть автомат улучшения? Хотел бы пистолет сейчас улучшить. Добро пожаловать в порт веселый! Не благодари меня за то, что я забил помехами эти скучные передачи Атласа и Райна. Пусть себе грызутся. А вот художник, да, художник знает, что следует возделывать более богатую почву. Так, на меня свет постоянно светит. К примеру, я испытываю тебя, мотылёк. Но не без причины. Я проверяю всех своих учеников. Иные сияют, как галактики, другие сгорают, как мотыльки, летящие на огонь. Войди же в мое жилище. Откуда я мог знать?
Я думал, он типа дружелюбный, типа он не запустит. Манать здесь. Кинотеатр. Так, подожди, а есть поблизости отключить сигналку? Опа, так они двери, оказывается, могут открывать заблокированные. Один взорвался. Мне легче на самом деле просто соло закрывать. Дебильная машина. Проклятый, не смотри на меня так! Бля, они меня били. Они хотели его ударить, но ударили. Офигели. Хочешь нас запереть, старик? Ну так копа это устроит. Я ведь тебя любил. Считал тебя гениальным музыкантом. И знаешь почему? Потому что ты платил мне за жилье. Давай дойдем до музыкального магазина, и я тебе покажу, что я думаю о твоих. Ну а чё, здесь больше ничего такого нету. Бесполезный туалет. Женский туалет, бесполезный. Не, на самом деле сделано красиво. Балерин. Так, и сюда, да, я могу еще войти посмотреть. Алкашка, которая нафиг не сдалась. Деньги, которые тоже, в принципе, не нужны. Подождите, а давайте я, наверное, сначала к нему поднимусь, потому что, мне кажется, я потом должен буду ходить вот и все собирать. Все равно по факту мы сюда еще вернемся, так ведь? Он не пришел. Опять. Второй раз за неделю. С тех самых пор, как мое лицо. Штайнман надо мной поработал.
Но все равно после взрыва оно уже никогда не было как раньше. В одиночестве хорошо думается. Кто бы мог ненавидеть меня настолько, чтобы так изуродовать? Что я им сделала плохого? Я думаю обо всех этих террористах и бандитах, которых Райан запер на площади Аполлона, и так злюсь, что с трудом могу дышать. Если бы только я могла встать перед ними, рассказать, что они со мной сделали, и как они сломали жизнь мне и всему восторгу, может быть, тогда мне бы стало легче. Монахи, это место здоровое. Никому нельзя за сцену до представления, мотылёк. Нервишки, нервишки, нервишки. Окей. Так, у меня дома нету. Так, Жасмин Жолин. Так, я камеру слышу. Сейчас подбегу, ударю. Инвиз. На самом деле я не понимаю смысл лифта. То есть, видите, теперь я могу до плюс 3 улучшить. Как я вам? Касательно твоего отзыва на последнее оскорбление музыкального вкуса авторства Анны Калтеппел. В восторге достаточно талантов, и почему ты продолжаешь тратить газетную бумагу на эту бездарность? Это выше моего понимания. Там, где она не вторична, она поп... Неужели ты думаешь, что я могу сейчас встречаться со зрителями? Когда я готовлюсь, это немыслимо. Ну да, я вижу его, он стоит. Касательно твоего отзыва на последнее оскорбление музыкального вкуса авторства Анны Калтеппел. В восторге достаточно талантов, и почему ты продолжаешь тратить газетную бумагу на эту бездарность? Это выше моего понимания. Там, где она не вторична, она попросту скучна. Там, где она не скучна, она слишком предсказуема. Где она не предсказуема... Аллегро! Аллегро! Та-та-та-та-та-та! Просто-просто! Нет! Нет! Я стараюсь! Пожалуйста. Еще раз, юный Фицпатрик. Та-та-та-та-та-та-та-та! Нет! Нет! Ах, Хоин, ты ёбнутый псих! Выпусти меня отсюда! Лети сюда, мотылёк. Жизнь, смерть, долг художника. Это уловить. Посмотри на юного Фицпатрика на сцене. Возьми камеру, сними его таким, какой он сейчас, чтобы я его запомнил. Окей. И теперь у тебя есть Фицпатрик, уловленный в момент своей славы.
У тебя, похоже, верный глаз, мотылёк. А теперь иди в Атриум и помести его фотографию в мой шедевр. Это станет началом нашего сотрудничества. Я знаю, зачем ты здесь, мотылёк. У тебя свой холст, и ты хочешь писать по нему кровью человека, которого я любил. Да, я отправлю тебя к Райну, но сперва ты должен стать частью моего шедевра. Ступай в Атриум! И побыстрее! Моя муза капризна и непостоянна. Окей. Видишь, когда я обращусь в прах, вот на что они станут указывать. На мой квадриптих, мой шедевр. Давай, не бойся, прикоснись к нему. Да, вот и Фицпатрик, избавленный от всех пороков и недостатков. И вот чудесные новости. Это и есть миг созидания. Там, снаружи, есть три человека. Все мои бывшие ученики. И всех их объединяет одно — предательство. Отыщи их, мотылёк, и обессмертим смертность в моем квадриптихе. Ступай. Как только они получат свою награду, ты тоже будешь вознагражден. И отправишься к Райну. Ну ладно. Давайте тогда сразу наверх. Ладно. Двери в Посейдон Плаза теперь открыты для тебя, мой мотылёк. Только мне сейчас не туда немножко надо. Атлас, друг паразитов. Не будь другом Атласа. Так, мне нужен сюда вот проходик. Так. Ну, как-то так, пускай, окей. Я ее так и нашел! Брось! Там две ракеты были. Был бы автомат с этим.
могу вызвать. Вандализм – серьезное преступление. Помните, вандалы – паразиты. Я не знал. Вандализм – серьезное преступление. Помните. Вандалы – паразиты. Сколько? А, фу, 20 купил, он 200. Тогда ладно. Надо шоколадки. Фу, индейец, пугаешь. Опа. Ей так и сказал, мол, был всегда real, никогда им, и на что их не променяю. Почему? Потому что они пахнут приятно, а стоят вдвое дешевле. И плевать, что делают их из морских ракушек и рыбьей икры. Так, сама борьба увеличит его емкость 4 раза. В 4, да? Знаете, у меня теперь пистолет выглядит довольно прикольно, слушайте. Блин, ладно. Надо будет пули закупить. Не, вот это уже не смешно. И теперь... Так, пули, 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 пули. Давай это взломщиком. А, все равно пули типа не отличаются. Понятненько. Нихера, болтов можно взять. Я-то думал, и емкость типа магазина увеличится именно в общем тоже. Так, короче, здесь ничего у нас нету. Здесь... Театрально, так сказать, шоу. Никак не могу разобраться в своих чувствах насчет этих маленьких сестричек. Маленькие сестрички? И разве ты не знаешь, что на них держится? На отвали от меня! Верни! Чувства выполняют свою работу, благодаря которой мы избавлены от бандитов. Нам всем нужен Адам, и нам всем нужны маленькие сестрички. Все, да, короче?
медэксперт. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.